Турнир памяти сотрудника спецподразделения «Альфа» игрока Тамилинского хоккейного клуба «Урожай» Юрия Новикова прошел на ледовой арене стадиона «Зенит». Подробности расскажет Мария Антонова. В турнире приняли участие две команды – «Урожай» Тамилина и «Металлист» Королев. Юрий Новиков более 20 лет играл в составе хоккейного клуба «Урожай» в чемпионатах и кубках Московской области по хоккею с мячом. Поэтому турнир не мог пройти без его родной сборной. Каждый из игроков играл с ним не один десяток лет. И сейчас вы видите, сколько хоккеистов. Это в основном все те, кто прошел школу Некрасовки. Все те, кто играл с Юрой в одной команде. Долгие годы, понимаете? А я начинал еще с ним с самого детского возраста. И, конечно же, его вспомнить – это одно удовольствие. Веселый, красивый. Помимо членов команды по хоккею, на игре присутствовали и сослуживцы Юрия Новикова – ветераны спецназа. Турнир организовывали общими усилиями. Надеемся, что этот турнир оставит след в истории вообще. И посвящаем, конечно же, памяти Юрия Ивановича Новикова, потому что он этого заслуживает. Он был замечательный хоккеист, замечательный футболист, разносторонний спортсмен, как и полагается настоящему спецназовцу. Турнир памяти Юрия Новикова провели впервые. Теперь организаторы планируют его сделать ежегодным. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.